Всем привет, мои дорогие виноградники, на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Atomic Heart DLC, Узник Лимба. Узник Лимба, мы все по-прежнему на этих трассах, все по-прежнему пытаемся здесь как-то пройти. В прошлой серии были сильные моменты с затупами, и в этой серии, скорее всего, будет все то же самое, не будет исключений, будем где-то затыкаться. Но если честно, я подозреваю, что вот эта вот часть Лимба, это не основной сюжет. Мне кажется, что эту трассу мы выбрали, тут мозг просто... сложная конструкция. Как и для остального мира, времени для него не существует. Чё, бля? А почему, кто меня сбил? Где я врезался? В общем, мы здесь по ходу воспоминания Храза, и он иногда нам что-то вкидывает. Ну, надо достаточно далеко проходить, чтобы он вкидывал, а у меня не всегда это получается. Ну, не всегда, ну честно, я стараюсь, но не всегда у меня все выходит как надо. Вот сейчас, например, была ошибочка, но вроде повезло, просто повезло. А, вот эта штука меня сбила. Ты посмотри, блин. Не, ну а как я здесь еще бы прошел? Как я здесь бы еще про... А че я не... Так, Серег, ты че? Серег, соберись, ёбдай, Серега. Майорный Чаев, собрались. Яйца в кулак и погнали. Давай сюда. Я, скажем так, прощал... мне эти, если честно, трассы мне не сильно нравятся. Не сильно мне эти трассы нравятся. Вот я скажу по правде. Так, тихо, спокойно. И сюда. Оп, нормально. Я прощал за то, что нам дают понюхать сюжет, дают посмотреть, что же там, да... Куда мне? Да опять сам отсюда! Ну неужели там нельзя было какое-нибудь сохранение сделать? Дают хотя бы понюхать, посмотреть, что же там было дальше после босс-файта с близняшками. Как я уже говорил, с истинной концовкой. А сейчас вот, ну, очень мало контента, очень мало сюжета. Очень много мы возимся здесь. Да нет. Все хорошо. Не хватит скорости мне вылететь. А вот здесь я не понимаю, куда прыгать вообще. Дай назад хотя бы дам. Ну. И чё? Да нет! Это почти получилось. Это же почти получилось. Я пока не вижу, куда там лететь дальше. То есть, ну, я... Может... Надо как-то постараться разогнаться лучше и еще выше улететь на верхнюю кусок трассы. Ну, я пока не вижу здесь. А, это была ошибка. А не, нормально. Долетим. Вверх нужно, он говорит. Опа! И куда дальше? А, вниз, ёпта! Ну кто бы мог подумать, а? А это мне кажется, внизу просто за монеткой заскочить. Так. Хорошо, здесь мы по высоте не были ограничены. О! Тихо. Обрадовался, чуть не упал. В детстве сохранение прошло. У тебя была собака Пальма. Как и положено, Пальма? Она умерла. И тебе становится грустно каждый раз, когда ты о ней вспоминаешь. Это вовсе не значит, что мертвая собака хочет тебя расстроить. Печеньки опять? Я сейчас... О, слушай, они сами могут ронять эти платформы тоже, да? Нет? Или мне показалось? Так, надо долго на месте одному не стоять. Нет. Ну ладно, сохранение было. В принципе, не сильно сложно, но то есть это не, такая, не такой душняк, как с тем же колобком. Главное, долго на одном месте не стоять. Не стрелять. Стало тяжелее за счет того, что просто несколько врагов, и как-то, ну, надо распределять энергию, с кем бороться. Что, Шпунь, не любишь, а? Я выскочил за арену.
Это я удивлен. Не, в рукопашку точно нет. Мне при... Чтобы в рукопашку с ними сражаться, мне нужно долго на одном месте стоять. Где будет бочка? Бочки еще не появились. Давай пробовать на бочку их загреть. Есть. А, мне нужно было его победить только. Прикольно, на этих можно было даже не распространяться. В следующий раз буду знать. Куда вниз? А, прыгать вниз, все. Хорош. Ну, неплохо, нормально справились. Такое чувство, что мне дали немножко здесь расслабиться, чтобы в конце сейчас что-нибудь прям накинуть жесткого. Типа, долгая трасса, спокойно, а потом в конце херак, и ты не прошел. Типа, едешь на расслабончике и все. Так, направо. Угу, понял. Есть! Так, нахер этих рыбок. А, они ничего не делают? Эти рыбки не нападали. Я думал, что это как препятствие будет. Она просто пропала. Так можно их не бояться, получается. Ой, как хорошо. Даже интересно. Как почему хорошо. Ты запомнил мой голос именно таким? Спокойным, живым. Потому что я думал, что ты друг. Погнали. С этими нефиг вообще сражаться, серьезно. Вообще никаких. Они отлетаются с одного топорика. Просто можно вот так вот по кругу махаться и все. А, никого. А, кто-то есть. Есть. Иди следующий. Ой, вышел здорово. Вот это плохо. Это уже сложнее. Здорово меня будет выбивать хорошенько. Здесь хватает хпшки, так что пройдем. Сейчас я здоровым разберусь. Так, а где кольцо? А, есть кольцо. Ой, по хпшке уже мне не очень дела стоять. Надо сходить за хпшку. Хорошо, что не откатывается обратно, да? Ты просто обратно прыгаешь в кружочке, все. В этот раз сложнее. А это в бонусный уровень или типа основной? Ой, это что? Нравится? Мне не очень, если честно. Да отъебись, блядь. Сука, тупорылая. Ты. И еще, знаешь, как назло, круг слишком медленно двигается, чтобы я от них мог просто убегать, оставаясь в круге. Есть, минус. Опять двигаться начал. Так, мало жизни, надо сходить за хпшкой. Не, вообще, огнестрел против них вообще бесполезен. В таком количестве их надо просто рубить вот так вот толпой, и все. Ой, а что у них такие большие бушки? Я пока не понял, как они работают. Они то ли, они взрываются, что ли, от меня, или что они делают?
где кружочек? Бля, тяжело. Ой-ой-ой-ой-ой. Тупо толпой гасят. Тупо гасят толпой, ты понял? 97, 98, 100. Есть. Пошли нахер все. И две монетки. Спасибо. Так, жизни есть. А что у меня здесь дверь открылась? Ну, поехали, посмотрим, что там. Это проходка дальше или это типа что-то еще? Да, блин. Так, где я оказался? Здесь. О, все хорошо. Нормально. Я просто не понимаю, это типа или сюжетное ответвление, или это просто бонус. Сюда нахуй. Блин, а чё опять так низко? Чё опять так низко? Не, это как будто бонусом каким-то. Не, это бонус. Я не видел там никакой дороги дальше. Никогда за этой ареной не было дальше сюжета. Вот, мне нужно сюда вернуться, и вон туда сюжет. Правильно? О, 275, отлично. Мне 276. 276. Что ты мне дашь? Это что-то для пистолета или для дробовика? Калаш можно улучшить. Давай калаш улучшим. Калаш вообще слаб, супер. И чё? Чё это за улучшение было? О, 51 патрон, уже неплохо. Нормально, кстати. Так, а это что? А, подожди, это не сюжет. Это просто полутаться. А сюжет все-таки туда. Значит, я правильно двигался изначально. Здесь даже не полутаться, а просто купить у нее что-нибудь. А что, у меня 18, кстати. О, давай калаш купим. Или дробаш. Дробаш давай. Чё пускай будет. Чё не тратить, если есть? Я же говорю, специально заморачиваться смысла нету, но по приколу купить, почему не купить? 71%, кстати. 71% на этой трассе, это очень хорошо. Сейчас осталось тогда проходить, мучиться здесь. Я думал, что это бонус. Тогда я не понимаю, куда дальше лететь. Он меня снизу подхватил. Опа-на. Это было опасно, но у меня получилось. Что-то у меня не получается, кстати, на вот этом пироженке как-то вылететь повыше. Давай сейчас попробуем вот так. И повыше. Ну почти, ну почти, ну ты же видел, ну не сложно, не смертельно, не так, как было там в тот раз с тремя этими пропеллерами, когда это вообще почти нереально было. Чуть-чуть просто надо получше зайти. А я заметил, ну так, если ты где-то начинаешь уже подзастревать, то все, это надолго. Вот так вот. Я же говорил, не смертельно, пройти можно. Сейчас здесь главное нигде не облажаться. Так, куда? Блин, ниже надо. А где я оказался? А, я сохранил? Какую-то сохранилку схватил, что ли? Ну, похоже, да. Я, похоже, куда-то долетел в какую-то зону сохранения, и теперь... С петли этой. Все. Тут я вот был. Тихо. Тихо. Теперь прямо. И сюда. Я видел монетку, не стал рисковать. Не стал рисковать ради монетки, честно. Так, это не вверх, а вниз, скорее всего. Ой, это плохо. Все, это минус. Нет, не минус. Был шанс. Был шанс, а я что-то раньше времени подумал, что минус.
Так, я тут мне еще еды заказал. Еды заказал. Мне везут еду. Я поэтому поглядываю на экранчик, что я скоро буду кушать. Скоро буду кушать. Буду кучу вкусно. Я сегодня, опять же, сегодня могу себе позволить. Да, я вообще всегда могу себе позволить. Я это говорю, сегодня можно, всегда можно. Захотел, заказал, все. Так, пока это место меня не напрягает, пока нормально. И повыше. Блин, ну чё ты, Иван, чё ты, соберись. Давай. Как-то странно, я еще с этой платформы слетаю, как будто бы скорости не добираю, да? Во, вообще отлично. И сюда, прям чётенько. Сейчас здесь главное тоже не профукать момент. А, все, профукал. Блять, ну как это так? Ну ты видел, с разворотом этим не получается. Ничего, приловчусь. С разворотиком приловчусь. Да просто развернуться надо хорошо. А чё? Вот он как-то, как будто гасит, как будто скорость, блядь, гасит в конце. Притормаживает. Я же не просил притормаживать, понимаешь, братка? Надо чётенько, чтобы все было. Ну нет, не так. Нет. Это не чётенько. И... Ну я пытаюсь играть по правилам, понимаешь? Я пытаюсь вот на вылете, типа выше прыгать. Но чё-то он не хочет. Почему-то здесь не хочет. Давай попробуем по-другому. Не так. Просто вот на скорость. Вот так вот сверху вылетим, да и все. Блин, ну почти. Это был шанс. Шанс был. Как я отработаю разворот, если я до разворота даже добраться не могу нормально отработать? Так, сюда. Аккуратненько, вперед. Там можно было походить. Блин, ну вот что опять? Есть! Хорош, я добрался. Но это еще не конец. Вот сейчас сохранелочка. Бэм. Хорош. Так, 58 яблок, это очень мало. Мы здесь ничего не сделаем. Блин, поднимаемся куда-то, на арену какую-то, скорее всего. 77%. Опять этот колобок ебливый. Как ты меня задолбал. Вот честно. Мало ты, все мало тебе, чудо-юдо. Эта встреча будет последней, я тебе обещаю. Ты в прошлый раз так же говорил. Вальсируем. А он уже, кстати, какой-то квадратный прям. Я его как будто каждый раз чуть-чуть разбираю. Кто? Ёб твою мать, это кто такой? Это какой-то прям сильный чувак. Не плачь, не плачь. Ну не по зубам, Сережка, бывает. Я не плачу, ты чё? А, это не мне. Да, это ежиха, блядь. Сука. Я помню эту хуйню с ежихой. Еще этот какой-то телепортирующийся. Вот телепортирующийся не понял. Не помню. Не хватает Кати-то. И всегда не хватало. Не хватает, да. Сейчас, подожди. Попрыгай. Блядь. Так, давайте ко мне, черти. Давай, ну попади еще разочек. Так, собрался. Ой, а что он делает? А, бомбы пускает. Все нормально. Бомбы это не страшно. Ну, жить можно. Какие-то странные вот эти чуваки. Они как будто взрываются, не? Я согласен. Он как будто у меня при ударе еще и землю немножко из-под ног выбивает. Они взрываются или это я их убиваю? Чуть понятно. Сейчас я тебя раскатаю.
О, пошли, Вовчики. А чё ты от меня побежал? Ты же ко мне отчесал. Их мало что-то. Мало Вовчиков дает мне. Где он? О, блядь. А тебе Катя предлагала договориться? Предлагала. Надо было послушать. Сейчас, подожди, подожди. Успокойся, 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 брат. Я уже такую кучу Вовчиков тебе собрал. Давайте. Да ёб твою мать! Есть! Получил! Ебучий ты, пирог. Ебучий, его хорошо. Интересное наблюдение. Значит, вот как это в Лимбо работает. Как? Ёб твою мать. Напугал меня ты чё? Я хоть в ту сторону? Мне кажется... А, не. Нормально, нормально, нормально. Они же с Колобком, интересно, сохранение же сделали. Мне же не придется сейчас заново, да? Не, не придется. Ну ты когда принципы понимаешь, как это работает, можно. Можно с этим справляться. Ой, бля. Когда понимаешь, как действовать с Колобком, какую стратегию, тактику выбрать, с ним можно справиться. Да чё такое, Иван, ёпта? Простейшее же место, простейшее, соберись. Не так хотел. Не так, не так, согласен. Вот эти шипы меня здесь сбивают. Ну во, нормально. И куда? Проще, когда ты хотя бы примерно, ну, видишь, куда тебе прыгать. Какую стратегию, тактику выбрать. Вот тоже сейчас я не понимал, мне налево или направо. Это было просто на удачу. Но я мертв. Я умер еще до того, как ты повторил мой трюк. Мертвая собака не хотела тебя расстраивать, Сережа. А что, куда мне лететь? Я не в ту сторону полетел? Не, я точно не в ту сторону куда-то полетел. Там тупик был, там некуда было дальше. А где я оказался вообще? Я где-то повернул, видимо, не туда и не разобрался, куда. Ну ладно. А сохранение пролетел. А нет, я здесь был, здесь яблоки, кусочки не хватает. А, подожди. Так, может, все-таки направо нужно было? Типа туда. Нет. А, сюда? Да ладно. Нет. Ничего, танцуем. Давай, давай, давай. Кстати, уже 91% раз. Это очень хорошо. Если я нигде как следует не заткнусь, то можно будет, ну, прям пройти, наверное, даже. Смотри. Ну, типа, сюда мы прыгаем. Хорошо, сюда поворачиваем. Давай прям повыше. Эта штука сейчас должна раздвинуться. Не раздвинулась. Что, блядь, происходит? А, вон дальше есть кусочек. Я его не увидел просто. Все. Все, ты когда видишь, тебе понятнее, куда прыгать хотя бы. О, мне уже почти вот-вот еды принесли. Чуть-чуть будет пауза небольшая. Будет смешно, если они в ответственный момент прям заскочат. И на вылет пошел. Вон там прям далеко, слушай. Не, ну а как мне туда долететь? А, он опускается. Попробуй не искать виноватых, Сергей. Это же так просто. Не суди, и не судим будешь. Я как сам с собой говорю. Добром это не кончится. Блять. Сука. Да, там тяжело становится. Там становится как раз-таки тяжело за счет того, что прыжки на длинное расстояние. Которые я не очень умею делать. Как бы на средний у меня еще получается, а супер на длинный нет. Так, здесь не будем слишком высоко взлетать. Будем вот так запрыгивать. Тихо, 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 спокойно. Есть. Есть.
не долечу все равно. Видишь, это очень вот странный момент. Я пока не придумал, как с ним делать. Она крутится. Ты можешь вылететь не в ту сторону, а на месте остановиться я не могу. Мне либо вообще ее перепрыгивать как-то, что у меня вряд ли выйдет. Так, здесь невысоко, надо выскочить вот так. Отлично, очень вовремя. Сейчас по мелкой попробуем отскочить, как следует. Ну как это близко было? Как это было близко? Просто нереально. А здесь можно было, кстати, так не делать. А, вот, а здесь надо было наоборот сделать. Могу не долететь. Мог не... Да. Сказать нечего. Понимаю, косяк. Здесь повыше надо. Прям хорошенечко повыше. И здесь хорошенечко набрать скорость. Не долечу. Даже до этой не долетел бы. Просто неудачный заход. Просто неудачный заход. Эп. Ну, бывает. И у профессионалов бывает осечек, понимаешь? И у профессионалов. В последнее время что-то мне с дикцией стало. Я стал как-то невнятно очень говорить. Прям проглатываю слова. Надо будет немножечко с этим как-то разобраться чуть-чуть. Да ёпта, и чё это, Иван? Чё это за хуйня? Одна осечка, две не может быть. Ты, значит, не профессионал. Притормозим. Да ладно. Я смело прыгал между ними, потому что они всегда успевали раздвигаться. А сейчас это было просто проёбочек. Давай чуть повыше возьмем, а потом притормозим и все. И вот так. Чётенько. Так, здесь надо повыше максимально. Блин, как, кстати, во второй тоже. Ну вот хорошо, кстати. Вот я здесь вылетел отлично. А, так вот. Блин, мне принесли еду. Пятик. Так, хавку забрал. Главное не забыть вырезать этот, конечно, момент. Блин, будет смешно, если я забуду на монтаже подправить. Что могу? Будешь смотреть, как на пустой стул. Да нет! Так, на какой минуте хотя бы? На 30-е. Чтобы я просто примерно помнил. А то я же забуду. Я помню, перемонтировал этот. С моим плохим интернетом. Я сделал серию. Загрузил ее уже. А потом вспомнил, что я не... Ну, это в метро Last Light. А потом вспомнил, что я не заблюрил один момент. И я такой, типа... А это было уже, знаешь, типа часов 8 вечера, и я понимаю, что следующая серия до завтра точно не успевает загрузиться. Была когда-то там зазорчик один, да. Не на то рассчитывал. Да, я тоже не на то рассчитывал. Я рассчитывал долететь. Я рассчитываю долететь. Блин, как мне с этой крутяшкой поступать? Я даже пока не представляю, что мне с ней делать.
Ой, рано выпрыгнул, конечно, но может быть дотяну. Как бы шанс есть. О, сейчас, сейчас, сейчас! Да блять! Была возможность, была! Она же был, он же был прям закручен даже в ту сторону, куда надо. Блин, если бы не крутящиеся, там можно было бы пройти. Ну, конечно, я понимаю, что на коротких этих пирожочках тяжело скакивать. Но это из-за того, что они короткие просто. Но все равно шанс был. Просто опасность коротких пирожочков в том, что ты их пролетаешь, ну, мимо. Между ними. Слишком. Вот сейчас он вообще не в ту сторону смотрит. Хотя... Ну вот что это? Что это было, Иван? Вон же уже финиш. Он так рядом. Опять, блядь, в каком-то хуй заткнулся, и все, и нет прохода дальше. 97, это уже все, финал. Ёбаный в рот. Давай сюда. Не долечу, сука! А-а-а! Было близко, блядь. Просто из-за того, что я на эту маленькую хуйню неправильно попал. Надо попадать в самый ее конец, чтобы чуть-чуть по ней проехаться и не потерять скорость. Если я попадаю в самое начало этой пироженки, то я просто, ну, не теряю скорость и все, и дальше мне некуда лететь. А вот сейчас тайминг не тот. Я сейчас проебываю. Просто не тот тайминг. Вот нельзя же на ней притормозить, правильно? Ты видел, что она не в ту сторону была повернута просто? Я на нее залетал идеально. Я даже почти развернулся. Просто не повезло с таймингом. Нет слов, блядь. У меня одни эмоции, которые во мне бурлят. Давай сюда. Там разлет есть. Повезло. Вот видишь, а в прошлый раз один разочек не повезло. Бить было почти. А я, блядь, даже говорить ничего не... Все, ничего даже говорить не... Все, блядь. Пока не пройду, ничего не скажу. Вообще ничего. Это не считается. И это не считается. Ну, и это не считается плюс один, все. Ничего не скажу. Нихуяшеньки.
Я просто не набрал скорость, вылетел не с той стороны. Господи, вот кто, блядь, нахуй в разработчиках, блядь, придумал эту поебень, блядь? Сука, вот с этими, блядь, летающей хуйней. Долбоёб, блядь. Неужели нельзя было сделать, блядь, просто что-нибудь другое, нахуй? Ну ладно, хорошо. Даже если это, ну чуть-чуть, блядь, полегче. Сука. Игра же мне нравится, сюжет классный. Нет, блядь, надо было эту поебень запихнуть сюда. Сука, насмотрелись ты хуйней, блядь, в тиктоках своих. И на тебе, блядь, трассы эти. Да ёбаный рот! Было близко. Было близко до разрыва, до пердечного сриступа, блядь. Было очень близко. Меня бы разорвало просто. Так, тут что у нас? Ты уже когда подлетаешь, понимаешь, хорошая траектория или нет? Ну, вроде ничего. Сейчас главное не облажаться нигде. Нет, блядь! Сколько же времени? Сколько же? Не, еще нормально, еще есть время. Но я надеюсь, что в этой серии мы уже дойдем до конца. Но я не хочу еще 20 минут тут, блядь, тыкаться. Ой, блядь. Что-то я тупанул, забыл, что они разъезжаются. Знаешь, задумался о чем-то своем и такой типа... И чуть себя не проебал. А вот сейчас я не долечу. Прикол, не долетел. Хотя вышел вроде правильно из этого. Пирожочка. Да, самое время, блядь. Самое время. А представляешь, я бы выигрывал. Вот было бы уже... Вот столечко до финиша. Да ебаный крах. Лежи, не дергайся. И я бы из-за этого проиграл. Да. Сюда. Есть нахуй контакт. Сейчас еще мне музычка подрубилась. О, музычка подрубилась обратно. Мне когда разряжается геймпад, вырубается музыка. У меня же типа наушники к геймпаду подключены. Поэтому... Достаточно высоко, блять, вам. Достаточно высоко, чтобы долететь до этой печеньки. Есть. А вот это все проеб. Смотри, на как она крутится плохо. Тихо. Вот это плохо. Плохо зашел. Не хватит инерции. Не чувствую боли. Да пошел ты нахуй! Я бы хотел, чтобы ты что-то чувствовал. 99%, блядь! У меня уж аж голова сзади заболела. Затылок. Затылок вспомнил, да, я забыл слово затылок. Заболела голова сзади, блядь. Опа, на... Опа! Есть. Че так радуюсь? Это же простейший элемент. Если я радуюсь так простейшему элементу, то, ну, блядь, что я со сложными буду делать? Я должен это проходить просто чик-чик-чик, и все, ну нахуй. Плохая. Все, я не прохожу здесь. Просто не прохожу. А может быть? Не. А ничего, может быть, и долечу. Сука, блять! Ой, мне геймпад упал. Я так радовался, что уронил геймпад. На нахуй! Пройдено. О, видишь, вот я про это говорил, у меня типа музыка есть.
Просто пиздец. Да нахуй отставь себе эти свои яблоки. Так, что, посмотрю, что здесь. Может, где-то комп стоит какой-нибудь. Просто охуенно, наконец-то. Я чисто гляну, есть ли здесь какие-нибудь записи. Если нету, то мы двигаем отсюда. Нахуй. И больше не возвращаемся. А чего ворота закрыты? Мне же башка разболелась, вот честно. Прям реально разболелась башка. О, монетка. Это за все мои, блядь, страдания. Одна монетка всего лишь. Так, а где выход? Нет, стрелочка оттуда, типа. Так, ты иди нахуй. А, ну это выход, типа, и все. 100% и все, это типа что? Это не может, блядь, быть. Это не... А, ну да, это вход. Это просто такой же выход с локации, как и тогда. Где оно? Вот. Все. Что-нибудь скажут прекрасно. Мне на выход? Ты о. Вернулся. Мы можем отправляться дальше. А куда дальше-то? Здесь закрыто. Номер один. Вот это открыто, можем сюда. Давай зайдем, посмотрим, что там, потому что здесь другая картинка. И уже будем понимать, куда дальше-то. Дальше-то куда, блядь? Это был типа бонус уровень. Она же сказала, можем отправиться дальше, типа, по сюжету. Прекрасно, ты вернулся, занимался своими делами. Молодец, отдохнул, разлегся, блядь. Можем мы по сюжету двинуться, сука? Мы две серии потратили на это. О, вот она, блесна. Что за место? Лимбануться можно. Просто выберись отсюда. Найди меня и кольца, ладно? Да, такой план. Ты прости, я просто отвык от всех этих муси-пуси и прочих нежностей. Да? Тогда значит так. Собрался и шурую на выход, понял? Ха, вот да. Ну хорошо. Лимбануться — это смешно. Ёбаный рот! Меня прямо это, кочевряжет здесь. Вот сюда. Ну слушай, я рад, что он как бы, ну... То есть, ну как-то с ней грубовато пошелся в прошлый раз. Типа, сейчас хотя бы, ну, как-то получше. Так, а здесь что мне делать? А, хорошо. А, подожди, здесь лезть наверх. Ёб твою мать, это же типа... Они сделали, типа... Наши тела в исследовательский блок в кабинете академика Сеченова. Что-то у них идет не так. Это типа подъебка под этот. Господи, под всю эту хуйню, которая вверх лезет. Only up, блядь. А та подъебка под популярную какую-то другую раньше, наверное, была. Хуйня не, очень сложно проходима. Потому что я в нее не играл, не знаю. Бля, окей. Так, куда мне? Да и куда мне? А, сюда. Тела Сеченова там нет? Я же застрелил его. Клянусь, я не собирался, но... Технически стрелял ты, но практически это был Харитон Родионович. Твою мать, Храс! Да, так корректнее. Ты, вероятно, уже не видел, но Храс захватил контроль над массивом, ну, человеком-желе. Хотя убивать Дмитрия Сергеевича лично было для него роковой ошибкой. Тварь убила его? Технически, да. Только мы уже знаем, что все, к чему прикасается массив, становится его частью. Или я еще не говорила? М? Катя! Эй! Она типа куда-то упорхнула? Наверное, куда-то... О, да, сюда, иди сюда, пожалуйста, спасибо. Так, знаете что? Наверное, мы на этом моменте серию закончим. В следующей серии пойдем дальше. Потому что нас здесь ждет... Блять, скорее всего, это тоже будет долго и муторно. А, спасибо, что отсмотрел. Надеюсь, понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, следи за моим каналом. Очень много чего интересного. Счастливо, пока и до свидания.